Здравствуйте, дорогие друзья! Снова с вами канал «Сельская жизнь» и я, Юля. Сегодня мы будем готовить горячие бутерброды. Что нам для этого понадобится? Сосиски, огурчик, батон, сыр и чуть-чуть майонеза. Буквально столовую ложку майонеза. Итак, сосиски, сыр и огурец. Все натираем на терке в одну чашку. Батон нарезаем на кусочки. Так, батон мы порезали. Колбасу, огурцы и сыр. Перекладываем все в большую чашку, чтобы нам было удобнее мешать. Сыра я взяла половину, у меня там 360 грамм, отрезала половину, тут грамм 150-200 будет достаточно. Так, это мы сейчас все перемешиваем. Можно сюда добавить зелень какую-нибудь, там укроп, базилик, кому что нравится. И сюда же мы отправляем столовую ложку майонеза. Все перемешиваем. Майонеза много класть не нужно, это чтобы немного они у нас посочнее были. Ну, от огурца будет сок и майонез как бы такой связующий, скажем, будет. Теперь вот так все перемешали. Теперь берем противень. Берем кусочек батона и на батон накладываем нашу массу. И составляем на противень. Итак, вот у нас получился целый противень. Сейчас мы зажигаем духовку, разогреваем ее до 150 достаточно градусов будет. И буквально на 10-15 минут ставим наши бутербродики. До того, как сыр только расплавится, мы их вытаскиваем. Ну что ж, готовы наши бутербродики. Посмотрите, какие они красивые. Они поджарились немножко снизу. Сейчас они буквально полежат 5 минут и отмякнут, отойдут, и их можно кушать. Всем приятного аппетита! С вами была Юлия на канале «Сельская жизнь». Подписывайтесь на мой канал. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк. До новых встреч! Всем пока!